ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие мои, на прошлом уроке мы разобрали первый смысл имени Аллаха «Аль-Му'мин». На этом уроке мы разберем второй смысл. Второй смысл имени Аллаха Субханаху Тааля «Аль-Му'мин» означает гарантирующий безопасность своим творениям от своего притеснения. Ибн Аббас, ради Аллаху Анху, сказал, «Аль-Му'мин» означает тот, кто гарантирует безопасность своим творениям от того, чтобы притеснять их или же причинять им зло. Аллах, Субхана ва Тааля, твой Господь, Аль-Му'мин, тот, который дарует своим верующим рабам безопасность на этом свете, спокойствие и привязанность к Аллаху, Субхана ва Тааля, которую ощущают му'мины в своих сердцах. Твой Господь, Аль-Му'мин, защищающий напуганного, когда тот обращается к нему с просьбой или с мольбой защитить его от того, что он опасается. Аллаху Акбар. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, сказал, Аль-Муттар, то есть человек, который находится в бедственном положении, должник, обиженный, пленник, больной и так далее, когда он правдив и искренен в своем взывании к Аллаху Субхану Та'аля и в своем обращении к нему, он находит Аллаха Субхану Та'аля рахиман, милосердным, милостивым, мугисан, приходящим на помощь, отвечающим на его мольбу. Аллаху Акбар. И также, когда напуганный обращается к Аллаху, ищет у Аллаха Субхана Тааля защиты от того, что он боится, он обнаруживает Аллаха Субхана Тааля защищающим его. Твой Господь, Аль-Му'мин, дарующий безопасность своим верующим рабам, когда те взялись за исполнение приказов Аллаха Субхана Тааля. Когда те исполняют меры наказания в шариате. Этим шариатом Аллах Субхану Тааля оберегает своих рабов от всего плохого. Оберегает их религию. Оберегает их самих. Оберегает их разум от порчи. Оберегает их чести. Оберегает их имущество. И неважно, на каком уровне. На уровне отдельных личностей. Или же на уровне семьи. Или же на уровне всего общества. Аллаху Акбар. И когда производятся эти меры наказания, все общество живет в безопасности под сенью приказа Аллаха Субхана Тааля. И эта безопасность является результатом имени Аллаха Субхана Тааля Аль-Му'мин. Помни, что твой хозяин Аль-Му'мин, дарующий безопасность своим верующим рабам в день великого ужаса, в судный день, Аллах обезопасит их, своих верующих рабов, от всех ужасов и наказания ада. Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал в Коране: «Инна ллязина сабакат лахум минна л-хусна». Воистину тем, которым предопределен рай, «Уляйка анха муб'адун», говорит Аллах, они будут отдалены от этого ада, отдалены от него. «Ля ясмауна хасисаха», сказал Аллах в Коране. Они не услышат хруст и треск ломающихся костей горящих людей в нем. Не услышат всего этого, всего ужаса. Всех этих ужасов эти люди не услышат, даже звука огня ада. Настолько Аллах, Субхану Тааля, заботится о твоем спокойствии, если ты будешь верующим рабом. Аллаху Акбар. И в противовес этому Аллах сказал, «Вахум фи ма штахат анфусахум халидун». И они, верующие рабы, будут предаваться всему, что желают, вечно. «Ля яхсанухум ульфазау л-акбар, ва таталяккахум ульмаляйка». تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Их не опечалит, Аллах говорит, их не опечалит великие ужасы судного дня. Великий страх судного дня их не опечалит. И ангелы встретят их. Встретят их со словами: «Вот тот день, который был вам обещан. Вот он тот день,
Этот день существует, и он обещан нам сегодня. И в тот день, если мы выполним завет с Аллахом, Аллах непременно обрадует нас и оправдает наши ожидания. Аллах, Субхану Та'аля, аль-му'мин. И по поводу того спокойствия и безопасности Всевышний Аллах сказал. Аллазина аману валям ялбису иманахум бизульм. Воистину те, которые уверовали и не смешали свой иман, свою веру с зульмом. Каким зульмом? Ширком, многобожием. Не взывали кому-то, кроме Аллаха. Не ходили на зияраты. Не полагались на кого-то, кроме Аллаха. Не просили кого-то, кроме Аллаха. Не боялись никого, кроме Аллаха. Не подчинялись никаким законам, кроме законов Аллаха. Что им? Уляйка лахум аль-амн. Аллах говорит, им непременно будет безопасность. Вахум мухтадун, говорит Аллах в Коране. И они будут ведомыми. Аллаху Акбар. Всевышний Аллах обещает нам такие блага, если мы будем жить в сине его шариата. Твой хозяин аль-му'мин. Помни об этом. Он аль-му'мин, дарующий спокойствие своим верующим рабам в момент их смерти, в момент предсмертной агонии. Аллах посылает своему верующему рабу ангелов рахма, которых он видит, ангелов милосердия, которые успокаивают их и утешают их, радуют их раем. Аллаху Акбар. Они успокаивают их от того страха, который может подойти к ним. Всевышний Аллах сказал в Коране, «Инна аллазина каалю раббуна Аллаху сумма стакаму». Воистину, те, которые сказали, наш Господь Аллах, и затем жили по его шариату, подчинялись только его шариату, жили только в сине его довольства. И что тогда? Татаназзалю алейхиму аль-маляика. Не спускаются к ним ангелы. Какие ангелы? Ангелы рахма, ангелы милосердия. Когда спускаются они к ним? В момент смерти. С какими словами? Алля тахафу. Не бойтесь смерти. Не бойтесь смерти и того, что после него. Нету страха, нету никакого ужаса для мусульманина, праведного мусульманина. Ни во время смерти, ни после нее. Аллаху Акбар. Валя тахзану, говорят эти ангелы. И не печальтесь на то, что оставляете на этом мире. Не печальтесь на те блага, на те богатства, на те связи, которые вы оставляете на этом мире. Не печальтесь этому. Ва абширу. И они говорят, радуйтесь. Абширу бильджаннати аллати кунтум туадун. Радуйтесь этому раю, который был вам обещан. Субханаллах. Эти ангелы также еще говорят, нахну аулияукум филь хаяти ад-дунья. Мы ваши покровители. Мы ваши покровители по приказу Аллаха. На этом свете. Ва филь ахира. И в ахрате. Аллаху Акбар. Валякум фима таштахи анфусукум. И в нем, в этом раю, будет все, что пожелают ваши души. Аллаху Акбар. Все, что вы пожелаете, все, что вы выберете, все, что вы захотите, будет перед вами. Валякум фиха ма таддаун. И вам будет в этом раю все, что вы пожелаете. В качестве чего? Нузулям мин гафури рахим. В качестве воздаяния, в качестве удела вашего. От кого? От гафура. От прощающего. Аллаха. Аль-му'мина. Ар-рахима также. От милостивого нашего хозяина. Субханаллах. Аллах аль-му'мин. Дарующий, гарантирующий своим рабам, гарантирующий всем своим творениям безопасность от своего притеснения. Аллах аль-му'мин. Он обещал, взял на себя обеспечение уделом все свои творения на земле. Неважно, люди это или джинны, верующие или неверующие, животные или растения, все им Аллах субхана тааля обеспечил, чтобы они были благодарными своему Господу. Теперь ты узнал, что твой хозяин аль-му'мин. Какой след в твоем сердце остался от этого познания? Ведь каждый, кто узнал своего Аллаха, что он аль-му'мин, полюбит его еще больше. Того, в сине которого он найдет безопасность и любовь, Аллаху Акбар, поддержку и покровительство. Тот, кто узнал аль-му'мина, не боится никого. Тот, кто узнал аль-му'мина, не боится его притеснения. И тем самым понимает, что его милость опережает его гнев. Аллаху Акбар. Его милость охватила всякую вещь на этой земле. И тем самым в сердце верующего достигается душевное спокойствие.
сердечное счастье, привязанность к Аллаху, аль-му'мину, любовь к Нему и возвеличивание Его. Тот, кто узнал, что его Господь аль-му'мин, будет часто поминать Его, часто благодарить Его не только словами, но и делами, постоянно ища защиты только у Него, постоянно требуя, прося безопасности только у Него. Потому что никто не владеет крепостью, укреплением сердец. Никто не владеет посланием в эти сердца милости и спокойствия, кроме Аллаха. Никто не владеет этими сердцами, кроме нашего аль-му'мина. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Ма яфтахилляху линнаси мир рахма фаля мумсика ляха». Какое бы благо, какое бы рахма Аллах субхана ва тааля не открыл для людей, не послал к ним, не будет того, кто может воспрепятствовать этому. «Вама юмсик фаля мурсиля ляху мим ба'ди, ва хуа аль-азизуль хаким». А что же Аллах субхана ва тааля удержал? Не будет того, кто откроет это людям. Ведь Он аль-азиз, величайший наш Господь. Азиз, который недосягаемый для рук людей. Никто не может достичь Аллаха субхана ва тааля. Аль-хаким, мудрейший Аллах субхана ва тааля. Тот, кто узнал, что его Господь аль-му'мин, будет доверять больше Аллаху субхана ва тааля. Крепость его веры Аллаха субхана ва тааля станет крепче. И эта вера является результатом установления Аллахом сокрушающих доводов на свое единство в господстве, божественности и своих величайших сифатах и атрибутах. Субханаллах. Теперь ты знаешь, что наш Аллах аль-му'мин. Так запасайся же хорошими деяниями. Намаз, пост, курбан, хиджаб, забота о сиротах, бедных, выплачивать закат, почтение родителей, читать Коран, требовать знания, любовь к детям. Все это является хорошими деяниями. Запасайся этими деяниями на судный день. Пусть это будет твоим запасом, твоим припасом, твоим грузом, который ты заберешь с собой в могилу и который будет заступаться за тебя в судный день. Ля иляха илляллах. Шариат аль-му'мина является величайшим законом справедливости. Величайший закон справедливости, высшая справедливость в шариате. Даже если возьмем, например, убийство убийцы, чем его кровь, кровь убийцы, лучше крови того человека, который он убил? Чем его кровь лучше? Разве он не оставил его детей сиротами? Разве он не оставил его жену вдовой? Разве он не оставил его семью без опекуна? Чем его кровь лучше, если он убил преднамеренно этого честного, простого рабочего мусульманина? Разве это справедливо? Сажать его в тюрьму на всю жизнь, на содержание которого они же должны будут платить из своих карманов? Разве это справедливо? Вызволять его дьявольскими адвокатами? Посмотрите, сколько убийц ходят безнаказанными. Почему? Потому что шариатские законы не выполняются. Представьте, что этот убийца убил вашего знакомого, вашего друга, вашего отца, вашего сына, вашу мать, вашу сестру. Захотели бы вы, чтобы он спокойно ходил по земле? Разве вы не хотели бы увидеть его кровь, этого преступника, врага Аллаха, который пролил невинную кровь? Поэтому шариат Аллаха субхана ва тааля является единственным справедливым законом. И шариат Аллаха субхана ва тааля является гарантом безопасности. Ведь когда проводят наказание таким убийцам, отпадает всякое желание других убить кого-то. И тысячи раз человек подумает, прежде чем перейти границы по отношению к другим. Выполнение шариата Аллаха субхана ва тааля является гарантом счастья, блага и безопасности для всего общества, для всех людей, для каждого человека в отдельности, для каждой семьи и для каждого народа. И когда му'мин живет по этим законам Аллаха субхана ва тааля, совершает благие деяния, много поминает Аллаха, говорит «Субханаллах», «Альхамдулиллях», «Аллаху Акбар», «Ла иляха илля Аллах», «Ла иляха илля Аллах, вахдаху, ла шарика лах, лахуль мульку, ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир». Помогает бедным, слабым, помогает вдовам, которые остались без мужей, только за то, что их мужья сказали «Ла иляха илля Аллах», только за то, что их мужья хотели жить только по законам Аллаха субхана ва тааля. Помогает им как может. Этот человек чувствует в сердце
радость. Радость чувствует за то, что Аллах наставил его на этот прямой путь. Наставил его. И еще больше благодарит Аллаха. И наполняется решимостью призывать всех людей к этой величайшей религии, к этой замечательной религии Аллаха Субхана ва Тааля. Призывать всех и желать им добра. Желать им, чтобы они тоже жили по этим законам. Желать им, чтобы они тоже зашли в этот рай полной радости и блаженства. Аллаху Акбар. Ведь Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Удхулюха бисалямин аминин». Сказал верующим: «Входите в этот рай очищенными от грехов и безопасности». Аллаху Акбар. И тот, кто узнал, что его Господь Аль-Му'мин, гарантирующий безопасность своим рабам от своего гнета, будет проявлять терпение в тяжелые периоды его жизни. Потому что он знает, что его Господь Ар-Рахим, милостивый. Тот Господь, который Аль-Малик, владыка, он же и Ар-Рахим, милостивый по отношению к верующим. Аль-Хаким, мудрый и сделавший в каждом бедствии и в каждой тяжести своего праведного раба только благо, только хайр, которым Аллах Субхана ва Тааля поднимает его степени в раю. Аллаху Акбар. И Аллах не обделил своего праведного раба для того, чтобы наказать его. Наоборот, проявляет к нему рахма, милость и очищает его от грехов. И тот, кто узнал, что его Господь Аль-Му'мин, будет стараться очищать свое сердце от грехов. Тот, кто узнал, что его Господь Аль-Му'мин гарантирует безопасность своим рабам от своего же гнета, будет стараться также гарантировать безопасность окружающим от своей руки и от своего языка, и от любого вида гнета и притеснения. Не будет враждовать с окружающими, му'минами, верующими. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлахи ля ю'мин, валлахи ля ю'мин, валлахи ля ю'мин». Клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. И сподвижники спросили: «Кто посланник Аллаха? Кто же не уверует?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Ман ля я'ману джараху бавайкаху». Тот, сосед которого не защищен от его козней и притеснения. Поздравляю тебя, брат мой, муслим. Поздравляю тебя, сестра моя, с узнаванием этого величайшего имени Аллаха. Величайшего имени Аллаха, Аль-Му'мин. Так воздай же хвалу ему и сообщи об этом другому. Акулю каули хаза, ва астагфиру ллаха ли ва лякум, ва ахиру даавана, ан альхамду лиллахи раббиль аламин.